В Барановичах в средней школе номер 20 открылся третий в нашем городе STEM-центр. Робототехнике здесь будут обучаться школьники 5-9 классов. Сегодня православные верующие отмечают Сретение Господне, один из основных религиозных праздников в году. Славянское слово «сретение» переводится на современный язык как «встреча», «встреча человечества с Богом». Наиболее волнующая проблема среди всех гинекологических заболеваний остаются инфекции, передающиеся половым путем. О симптомах и мерах профилактики рассказала специалист Барановичского родильного дома. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В средней школе номер 20 открылся третий в нашем городе STEM-центр. Робототехнике здесь будут обучаться школьники 5-9 классов. На открытии побывала наша съемочная группа. В двух барановичских гимназиях номер 3 и 4 с 2018 года функционируют STEM-центры. Сегодня возможность изучать робототехнику появилась и у учеников средней школы номер 20. STEM-центр – это проектная лаборатория, в которой школьники могут выполнять исследования с использованием цифрового оборудования. STEM объединяет 4 направления – науку, информационные технологии, инженерию, математику. 20-я школа полностью оснащена необходимым оборудованием. Сформировано 11 групп. Занятия будут посещать ребята 5-9 классов. Почему мы готовы с этим работать? Потому что у нас уже есть реальная материально-техническая база. Каждый кабинет в нашей школе оснащен техникой. И информационные технологии науки – это совсем не ново для наших педагогов. Также, наверное, к этому уже готовы и наши педагоги. Есть команда учителей, которые творческие, креативные и готовы развивать наших учащихся в STEM-направлении. Это педагоги математики и информатики. Ну и, конечно, готовы наши учащиеся, потому что мы неоднократные участники олимпиад и по информатике, и по математике. У нас есть свои результаты. Ребята горят желанием. STEM-образование – это тренд последних 10 лет. Беларусь взяла курс на цифровую экономику. Только за прошлый год в нашей стране открыто 6 STEM-центров. Сейчас важно, чтобы учреждения образования выпускали специалистов широкого профиля. В Беларуси STEM-движение оно набирает обороты. С каждым годом у детей появляется все больше и больше интерес к каким-то высоким технологиям, к робототехнике и так далее. Ну и, соответственно, школа от этого не должна быть в стороне. То есть, если детям интересно, если из этого получается хорошая образовательная программа, почему бы школе это не использовать? Вот мы стараемся помогать школам открывать такие STEM-центры. Я бы не сказал, что STEM-центры одинаковы, они все уникальны. Нету двух одинаковых STEM-центров. И наша задача сделать так, чтобы каждый STEM-центр нашел свой путь, который приведет его к какому-то своей специализации. STEM-класс отличается от привычных нам кабинетов. В программе управления беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделирование и печать, образовательная и занимательная робототехника, основы программирования микроэлектроники, создание управляемых устройств, а также программирование в среде Scratch. Узнав об открытии STEM-центра в 20-й школе, ученики не упустили возможность записаться на занятия. Ребята будут получать знания бесплатно. У меня учитель информатики, она сказала, что в скором времени у нас откроется кабинет, и мы сразу загорели желанием прийти сюда и начать конструировать роботов. И сразу, как только тут собрали мебель и привезли оборудование, мы уже начали собирать. Робототехника – это очень интересный предмет. Тут развивается и логика, и мышление, и разные другие способности. Это очень интересно, потому что из Лего может собрать любой абсолютно механизм, любой предмет, любого робота. И для меня лично это стимул развиваться и идти в будущее. Преподаватели хорошо знают, как заинтересовать детей и могут их познакомить с самыми последними новостями из мира науки и техники. Кружок робототехники станет стимулом для изучения детьми точных наук, положительно повлияет на их успеваемость и станет полезным и интересным времяпрепровождением. В перспективе в STEM-центре средней школы номер 20 планируется устраивать школьные и городские робототурниры.
Ровно 30 лет назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод советских войск из Афганистана. Война длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле. 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней. 311 человек пропали без вести. Это были самые большие потери советской армии со времен Великой Отечественной войны. Около 30 тысяч белорусов прошли горнило той войны. Беларусь потеряла в Афганистане порядка 800 человек. В Республике Беларусь признание подвига воинов-интернационалистов остается неизменным. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ о награждении государственными наградами представителей Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. В их числе Николай Осташко, председатель Совета Барановичской городской организации, представлен к медали за трудовые заслуги. Сегодня, 15 февраля, православные верующие отмечают Сретение Господне – один из основных религиозных праздников в году. В этот день они вспоминают принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями, которое состоялось на 40-й день после Рождества Христова. Славянское слово «сретение» переводится на современный язык как «встреча». Сретение для христиан воплощает встречу человечества с Богом. Сегодня совершаются торжественные литургии, освещаются свечи, которые потом используются весь год. Сегодня Православная Церковь празднует один из великих двунадесятых праздников – Сретение Господне. Слово «сретение» можно перевести как «встречу», «встречу человечества с младенцем Иисусом», «встречу Ветхого и Нового Заветов». Согласно евангельскому повествованию, на 40-й день после Рождества Христова Мария вместе с Иосифом пришла из Вифлеема к Иерусалимскому храму, принеся 40-дневного младенца Иисуса, чтобы посвятить его Богу. В то же время в городе проживал Симеон, которому было уже более 300 лет. Ему явилось откровение свыше о том, что он будет жить до тех пор, пока не увидит Спасителя. Придя в храм, праведный старец увидел Господа в облике младенца, которого и объявил Сыном Божиим. Сретение установлено в память о тех событиях. Символом этого праздника выступает свеча, освященная в церкви в этот день. Сретенские свечи обладают особой силой, они оберегают дом от молнии. Отсюда народное название «громницы». Громница служит границей между зимой и весной. И это единственный день зимой, когда может приключиться гроза. По погоде сегодня судят о начале весны. Если в этот день оттепель, то ждать раннюю и теплую, снег дождливую и длительную, а когда вьюга, весна будет поздняя и холодная. Вода сегодня считается такой же целебной, как и крещенская. В Сретение не стоит пропускать церковную службу, а после нее уходить из храма без свечей. Это большой христианский праздник, поэтому в этот день нельзя начинать новые дела или отправляться в дальнюю дорогу. Налоговые инспекции Барановичского региона признаны лучшими на Брещине, каждая в своей группе. Ежегодно проводится областной смотр-конкурс на лучшую инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Брестской области. Работу традиционно коллегия оценивала по многим критериям, ведущими из которых являются выполнение доходной части бюджета и недопущение того, чтобы задолженность превысила 1% от общей суммы поступлений. Так, за достигнутые результаты коллективу городской надзорной организации вручено переходящее «Красное знамя». Наиболее волнующие проблемы среди всех гинекологических заболеваний остаются инфекции, передающиеся половым путем. В последние годы количество заболевших имеет ярко выраженную тенденцию роста. О симптомах и мерах профилактики в нашем следующем сюжете. Инфекции, передающиеся половым путем, остаются одной из важнейших социальных и медицинских проблем 21 века. Число заразившихся людей из года в год не уменьшается.
Так, за 2018 год в Брестской области зарегистрировано 48 случаев сифилиса. По оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире более 340 миллионов мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет заболевают инфекциями, передающимися половым путем. То есть на земном шаре каждый шестой житель страдает какой-либо болезнью, передаваемой половым путем. В последние годы в Республике Беларусь отмечается тенденция к снижению темпов роста заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, что связано со значительными усилиями как здравоохранения, то есть это проведение профилактических мероприятий, совершенствование методов диагностики, лечения, но и всего общества в целом, то есть заинтересованность в своем здоровье, пропаганда здорового образа жизни, образованность, информированность наших людей. Несмотря на это, в нашей стране на сегодняшний день сохраняется высокий уровень заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем. А среди заболевших преобладают лица в возрасте от 15 до 29 лет. Известен тот факт, что при сексуальных контактах передается более 30 различных видов бактерий, вирусов и паразитов. С наибольшей заболеваемостью связаны сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, вирус простого герпеса, вирус иммунодефицита человека, вирус папилломы человека, уреоплазмоз, микоплазмоз. К сожалению, некоторые из этих инфекций до сих пор остаются неизлечимыми. Инфекции, передающиеся половым путем, передаются преимущественно при сексуальных контактах. Однако микроорганизмы, вызывающие эти инфекции, могут также распространяться при переливании крови, пересадке тканей. Многие инфекции, включая хламидиоз, гонорею, главным образом ВИЧ и сифилис, могут также передаваться от матери к ребенку во время беременности и родов. На начальной стадии инфекции могут носить скрытый характер. Зачастую человек может болеть, но без явных симптомов. Такое течение болезни опасно, так как могут возникнуть серьезные осложнения. Кроме того, не зная о своей болезни, человек будет продолжать вести привычный ему образ жизни и передавать заболевания другим. Еще не было ни одного зафиксированного случая самопроизвольного излечения. Если признаки исчезли, это не означает, что недуг прошел. Общие симптомы инфекции, передающимся половым путем, включают вагинальное выделение, выделение из уретры, генитальные язвы, боли в области живота, зуд, жжение, сыпь, покраснение в области гениталий, шелушение, болезненный половой контакт. Инфекции, передающиеся половым путем, могут иметь серьезные последствия, помимо непосредственного воздействия самой инфекции. Такие инфекции, как герпес и сифилис, могут повышать риск приобретения вируса иммунодефицита в 3 и более раз. Передача инфекции, передающимся половым путем от матери к ребенку, может приводить к мертворождению, смерти новорожденного, рождению ребенка с дефектами. Подтвердить или опровергнуть наличие той или иной инфекции можно только посредством лабораторных тестов. И следует отметить, что они будут не сразу после полового контакта, а через некоторое время. Лечение назначает только врач-венеролог. Ну и, конечно, профилактическое обращение к медикам должно быть регулярным. Хоккейный клуб «Барановичи» накануне провел в Орше очередной выездной поединок чемпионата Беларуси в экстралиге «Б». Подопечные Александра Румо проиграли лидеру подгруппы команде «Локомотив» со счетом 2-5. Уже 16 февраля в Новополоцке красные истребители встретятся с местным химиком. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.